Народ, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Ребята, сегодня хочу поднять такую тему, оленизм или мастурбация? Почему решил записать такое видео, ребят? Пообщался в личке во ВКонтакте с одним подписчиком нашим, молоденький парень, 18 лет ему. Ну, в принципе, уже не такой молоденький, как, судя по нашей продолжительности жизни в России, как бы, ну, уже не совсем и молоденький, как бы, уже пожилой, уже с опытом человек, да? Вот, ладно, это все шутки. Спрашивают, Саныч, почему, нет, точнее не почему, а что выбрать? Ухлёстывать за девочками, там, ну, у нас же девочки есть какие, есть нормально, есть сговорчивые, то есть можно с ними договориться, но если ты, конечно, умеешь с ними договариваться, то есть в плане интима. Вот, а некоторым нужны цветочки, нужны ухаживания, нужны прогулки за ручку. Ну, там, ну, вот это вся лубудень, подарочки, то есть вкладывать в нее денежки, там, месяц, два, три, полгода ты должен меня ждать, пока я созрею с тобой это все сделать, потому что же я особенная, потому что же я не такая. Вот, не хочешь, не жди, то есть иди на все четыре стороны. Говорит, хочется живого мяска, понимаешь, вот хочется, вот, но... Что-то во мне вот гложет, какие-то сомнения. Ну не хочу я за ними бегать, ну не хочу, говорит. Если бы это попалось бы нормально, то есть мы там с ней, ну я не говорю, говорит, сразу там вообще там вот с первого свидания, чтобы она мне дала, хотя, ну, вот, ну неделю, ну две, пускай мы там с ним пообщались немножко, нормально там друг друга узнали, как бы нас все устроило, как бы и мы переспали с ней нормально, вот. Но есть же барышни, которые сейчас хотят, чтобы за ними там чуть ли не годами ухаживали, говорят, и что выбрать, то есть лучше пойти передернуть? Либо же ходить оленить. Я ему сразу сказал, что тебе нужно научиться отсеивать таких барышень. Во-первых, нужно всегда уяснить себе в голове, что не то чтобы там это какая-то гордыня, то есть, ну ты вот есть, да, и вокруг тебя миллионы этих женщин ходит. Вот. Это не значит, что ты там такой прям охренительный. Хотя, в принципе, по сути дела, каждый человек сам собой он уникален, как бы, да. Есть там попадаются в мире двойники, вот, но тем не менее, как бы, человек это какая-то уникальность. Пускай даже она там какая-то фуфлыжная уникальность, есть такие люди там гнилые, как бы, да, но тем не менее это факт. Вот. И зацикливаться на одной, это просто глупо. Многие очень ухлёстывают за какой-то там барышня, ну особенно да, вот в молоденьком таком вот возрасте, потому что думают, что вот она королева мне попалась, и больше у меня шанса не будет никогда, потому что вот она моя. Возможно, это там какие-то дефекты воспитания, возможно, это у него какое-то внутреннее непреодоление вот это вот... боязнь к женщинам, то есть он боится подойти, он боится познакомиться. То есть это такие же люди, как и мы. Они тоже хотят трахаться, они тоже хотят знакомиться, они хотят целоваться, они хотят обниматься там, и тому подобное. Как бы. То, что там они набивают себе цену, ну, это такое у нас общество, такой у нас менталитет. Так женщин воспитали, что она, у нее там между ног какая-то ценность. Рено Логан, да, вот такой вот ценный. Хотя по факту Рено Логан, она даже не среднего класса машина, как бы, да. Это не Порше, не там, и не Феррари, и не Ламборджини. Это обычная реношка, это работяга обычно. Она по факту у нее работяга, как бы Рено, Логан, ромбик и все. Но у нас как? У нас это же Феррари, это же, я не знаю, там Ламборгини там и тому подобное, да? Вот это вот нужно уяснить. И если тебе какая-то начинает пудрить мозги, моментально ее сливать, просто моментально. Иди к следующей. Ты по-любому встретишь другую, по-любому. Ты просто не замечаешь. Ты когда идешь по улице, вот они ходят туда, сюда, снуют. Через пешеходный переход. Одна побежала не по пешеходному переходу, другая на красный прошла, другая на зеленый прошла. Вот они, их куча просто. И если ты захочешь, ты подойдешь и познакомишься. Сейчас есть интернет. Это вообще сейчас для вот таких вот застенчивых людей это просто спасение. То есть в интернете знакомиться вообще нехрена. Я понимаю, что там на сайте знакомств тоже очень много меркантильных, там и в ВКонтактах, в Одноклассниках, мамбы, шмамбы там, да. Опять же таки, то просто фильтровать. Есть женщины, которые знакомятся исключительно для секса. Мне такие попадались, ребята, и немало их таких. И даже, в принципе, если она знакомится не только для секса, ее можно очень легко развести. Запомните, всегда нужно лить в уши женщинам то, что они хотят слышать. Потому что они вам льют то, что вы хотите слышать. Это такая игра. Это так работает в мире. И по-другому ты не сделаешь. Если ты будешь прямо... В принципе, есть обратная сторона медали. Есть женщины, которые ведутся на обратку именно. Ты просто прямо говоришь, я тебя хочу трахнуть. У тебя классная жопа, я хочу тебя ляснуть по ней. Просто, ну, кайфую я тебя там. Сиськи у тебя классные, соски такие большие. Орелы сосков такие коричневые. Вообще просто зацеловал бы их, да. Они хренеют с этого, но это работает. И они просто к тебе прям тянутся. Они чувствуют, что ты какой-то, ну, альфа не альфа там, да, но тем не менее ты, вот, ты смелый, ты детский, ты напористый, а им это нравится очень. Вот, молодые парни этого боятся почему-то. Не все, конечно же, но многие, вот.
И теперь возвращаясь именно, что же выбрать. Но если ты все-таки не можешь себе преодолеть вот эту вот тягу, не тягу, а боязнь к женщине, да, то есть ты не можешь подойти прямо и познакомиться, даже там в интернете, там ты даже стесняешься по телефону с ней там полялякать как-то, да. Что же выбрать? Оленизм? Ухлестывать за ней? Ну, может быть, там тебе когда-нибудь обломится там через полгода, там как я вот недавно, когда я вчера, что ли, да, я выкидывал 4 месяца пацанчик молоденький, там сколько, 19 лет ему было, он ухлестывал, да, там цветы дарил, подарки дарил, не дала, и все, да. Вот, ну, может быть, она жалится, как бы, да. Да не жалится она себе найдет нормального альфача какого-то, который будет ее трахать, и все, который будет ей ничего не будет покупать. И, возможно, будет ее нахер посылать, возможно, будет ее даже, я не знаю, там пощечины ей давать. Вот, а им это нравится. Ну, не всем, конечно же, но нравится. Во время минета им очень многим нравится, когда им дают пощечины. У меня было таких две ребята. Ну, немного, как бы, из общего числа, но тем не менее, для меня это было очень дико, как бы, но тем не менее, они от этого кайфовали. Вот. Что же все-таки выбрать тогда, оленизм или мастурбацию? Ребята, конечно же, мастурбацию. Возможно, меня сейчас кто-то зашкварит, ребята, но тем не менее, я считаю, что если парень не умеет знакомиться с женщинами, ему это тяжело как-то, пускай он лучше передергивает, чем он будет бегать за какими-то барышнями, вкидывать в них бабло, понижать себе самооценку, и в конечном счете он просто превратится в куколда. Он встретит какую-то бабищу, разведенку там, с двумя, с тремя детьми, ну, неважно, с одним, возможно, да, он на ней женится и будет просто жить как в аду. И просто понимаешь, ну а куда я пойду? Ну, я и вспоминать вот эти свои годы за плечами, там, скажем, 25-30 там, лет ему будет. Но кто? Мне никто в жизни не давал ни хера. Да, я знакомиться ни с кем не умею. И вот оно, мое счастье попалось, я его не отпущу теперь. Так двумя руками вцепился и все. И не отпустит его. Вот. Пускай он лучше дрочит. Пускай. Порнуху включает и дрочит. Но здоровье на месте, деньги на месте, самооценка на месте. И не под каблуком, и свобода действий. И возможно потом он все-таки 25-30-35 лет, он немножко наберется мудрости жизненной, жизненной опытности. С приобретением вот этих вот качеств, мудрости, опытности, застенчивость, она немножко пропадает. В любом случае, возможно, не полностью, но тем не менее, он все равно научится знакомиться с женщиной, пускай к 30 годам, пускай к 35, но тем не менее, он научится. И он потом себя просто расцелует за то, что он не оленил никогда. Он, возможно, даже и знать таких понятий не будет, там, оленизм, не оленизм. Он просто будет припомниться уважением к себе, то, что он этого не делал. Он посмотрит на своих сверстников, что у них уже там разводы, уже алименты, уже имущество им ополовинили, уже они под каблуками у баб давным-давно сидят, там, да, вот такие вот пузо у них там, да. Вот и тому подобное. И он просто будет сам себя уважать. Лучше так. Лучше пускай он мастурбирует, чем он просто ходит за... Понимаете, у нас такое общество. Опять же таки, вот я даже еще помню свое там детство, там, пускай 12, там уже подростковый возраст, там 15 лет. Когда вот это вот... Вот вспомните свое детство, да, вот юношество. Да и сейчас, до сих пор даже это такая фигня есть. Насколько осуждалась мастурбация. Фу, да ты что, дрочишь, что ли? Фу! И ты понеслась там вот эта куча хейта этого, да, как бы там, хотя там не то чтобы ловили там за этим занятием кого-то, как бы, да, ну просто даже было зашкварным там сказать что-то об этом, там, ты что, дрочишь, да, ты фу-фу-фу, ты что, вообще кошмар. Хотя, в принципе, этим занимались все, это нормально, тем более в подростковом возрасте, абсолютно все этим занимались. И никто бы мне что не говорил, что никто никогда этого не делал, все это делали, абсолютно все. Вот, а у нас это очень сильно обсуждается. Возьмите, я не знаю, когда-то я читал опрос какой-то именно мастурбации в браке. Она просто зашкваливает. Там что-то около 70% мужчин мастурбируют в браке, ребята. Это просто нонсенс. Это просто нонсенс дрочить в браке. А за холостую жизнь, за свободную, как бы я вообще, это нормально. Вот. Но, тем не менее, у нас это очень сильно осуждается. И ребята, особенно молодые, он думает, ну слушай, ну я не хочу, чтобы меня осуждали, я хочу, чтобы, ну, быть наравне со сверстниками, чтобы меня уважали, там, чтобы был какой-то у меня вес, да, в обществе, то есть в моем каком-то окружении, как бы я этого делать не буду, как бы я лучше все равно буду за какой-нибудь там тёлкой ухаживать, там, да. Ну, вспомните свои вот эти вот молодые годы, как бы, да. Все не то чтобы красовались, как бы, но если у кого-то с компании там была какая-то симпатичная девчонка, да, он встречался с ней, как бы, ну вот так с уважением к ним относились, потому что закадрил, молодец, сумел, у него это получилось, как бы, да. То есть и молодой человек, он не хочет отставать от своих сверстников и то же самое, то есть найти себе какую-то девушку. Пускай не самую лучшую, но тем не менее, чтобы она у него была. А у нас как? Девушки нету, значит дрочишь, да? Ну вот этот наш быдлячий, тупорылый менталитет, как бы, да? Лишь бы осудить, лишь бы, нет бы с парнем поговорить как-то, может быть, он там выговорится как-то, может быть, ему помочь как-то, с кем-то познакомить, как бы, да? Нет, у нас сразу осуждают, у нас сразу заклюют, заплюют, забьют камнями, а потом только возможно
протянут ему руку помощи. И то, когда он уже будет просто в депрессии в какой-то там, и то не факт, что ему протянут руку. Вот такие, ребята, дела. Так что мой ответ таков. Пускай пацаны лучше дрочат, чем они будут заниматься алиенизмом. Вот. Лучше так. Лучше так. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, ребята. Всем пока. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Всем удачи.